В результате пожара погиб житель Иркутска. Сегодня ночью на улице Подбельского, 27, горела квартира. Соседи вызвали пожарных сразу же, как почувствовали запах гари. Со слов очевидцев, квартиру снимали мужчина и женщина, жители города Иркутска. В Братск приехали по работе. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Когда пожарные прибыли на место, женщина находилась на балконе. Спускаться по лестнице самостоятельно она отказалась. Тогда сотрудник пожарной службы взял женщину на руки и спустил по лестнице сам. Сейчас женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Мужчину спасти не удалось, он скончался от удушья угарным газом.